распахну я окна настежь на рассвете. Свет зари пущу я солнечным лучом, ярким лучиком жилье наше осветит и наполнится наш дом нежным теплом. Мне сегодня не тащиться на работу, есть сегодня время что-то сочинить, прогуляться что ли, да и неохота. Телевизор может просто мне включить, может все-таки мне взять свою гитару, что-то новенькое в тишине напеть. Вдруг мужик на улице пьяный сукарум заорал, что содрогнулся целый свет, горлопанил сильно, матом осыпая. Крик его на всю округу слышен был. Может, осень мужику стала плохая, но денек хороший, что же это с ним? Видимо, ему спиртного показалось мало, всех с рассвета, очевидно, разбудил. На него вдруг тут соседка закричала, чтоб свою, сука, роголодку он закрыл. Полицейскими она его стращала, так и горлопанили оба они. Баба тоже, видно, совесть потеряла, порать ей захотелось от тоски. А мужик в пол оборота сопли брызнул, огрызнулся и побрел, шатаясь в хлам. Территорию двора алкаш покинул, алкоголик, да еще он горлопан. Поутихла, отшумела потасовка, в самый раз мне взяться сейчас за карандаш. И как прежде, по привычке, по сноровке, нацарапал стих шумный двора алкаш. Холодать немного стало, вечер брежит, окна закрывать уже пора. Ветви голые, березы ветер тешит, покидает день нас снова до утра. Холодать немного стало, вечер брежит, окна закрывать уже пора. Ветви голые, березы ветер тешит, покидай день нас снова до утра. Вот такая история произошла у меня осенью. А сейчас я ее вам спел, друзья мои.